Джабихари. Санкиртана Яга Киджай, Шини Синха Чатурдаши Маха Махатсава Киджай, Праладна Рисинга Киджай, Гор Премананде Харибо. Омма Гьянти Мирандасе Гьянджан Савакай Чакшухун Милитамена Тасмай Шри Гурава Намаха Шри Чайтанья Манубистам Стапитамана Буталей Своем Рупакадамахьям Дадасвападантикам. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гоура Бхактавринда Харе Кришна 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 Харе Харе Хари Рам 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 Харе Харе Намо Вишнападая Кришна Приштая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Нитьянамина Намасте Сарасвате Деве Гауравани Прачарани Нирвишеша Шуньяваги Прачатяда Штарине Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 3. Ямараджа поучает своих слуг. Начинаем третью главу читать. Я прочитаю краткое содержание. Не читали же вчера? Краткое содержание этой главы таково. Раздосадованные и недоумевающие ямадуты пришли с вопросом к Ямараджа, и он обстоятельно рассказал им о Бхагавататхарме, религии преданного служения. Аджамила звал по имени своего сына, объясняет Ямараджа, но на самом деле это было имя Господа Нараяны.
Одной лишь тени святого имени было достаточно, чтобы явились посланцы Господа Вишну и не позволили вам увести падшего брамана. Это неудивительно, ведь даже закоренелый грешник, произносящий святое имя с оскорблениями, уже никогда больше не родится в материальном мире. Даже закоренелый грешник, произносящий святое имя с оскорблениями, уже никогда больше не родится в материальном мире. Фактически индульгенция нам дается. Смотрите как. А мы-то не закоренелые грешники, нормальные грешники с вами. Благодаря тому, что Джамила произнес имя Господа, он повстречался с четырьмя слугами Вишну. Прекрасные посланцы Вишну сразу же пришли ему на помощь. Ямараджа так описывает их. Вишнудуты – это чистые преданные Верховного Господа, который создает, хранит, уничтожает материальный мир. Они преданы самодостаточной Верховной Личности, чьи трансцендентные деяния не в силах постичь даже царь Индра, Варуна, Шива, Брама, семеро Риши и я сам. Ибо Господь недоступен для материальных чувств. Господь – повелитель иллюзорной энергии, обладает трансцендентными качествами, которые служат залогом счастья всех существ. И его преданные обладают такими же качествами. Только для того, чтобы вызволить падшие души из материального мира, преданные Господа рождаются на разных планетах Вселенной и всемерно покровительствуют любому, кто проявляет хотя бы небольшой интерес к духовной жизни. Суть санатна-дхармы вечной религии, говорит Далья Ямараджа, сокровенна. Только Господь может открыть ее миру, и никто иной. Господь милостиво открывает трансцендентную сущность этой религии своим чистым преданным и в первую очередь 12 махаджанам Господу Браме, Нараде Муни, Господу Шиве, Кумарам, Капиле, Ману, Прохладе, Джанаке, Бишме, Бали, Шукадеве, Госвами и мне. Все прочие мудрецы во главе с Джаймини находятся под непроницаемым покровом иллюзорной энергии, и потому их ум пленен цветистым слогом трои, трех вед – Ригведы, Яджурведы и Самаведы. Такие мудрецы не желают стать чистыми преданными Господа, предпочитая преданному служению ведические ритуалы. Они не понимают, сколь возвышено повторение святого имени. Не в пример им разумные люди избирают путь преданного служения. Научившись произносить святое имя Господа без оскорблений, они становятся неподвластны мне. Даже если им случится совершить грех, святое имя защитит их, ибо оно стало для них главным прибежищем. Кроме того, на защиту преданных готово в любой миг прийти оружие Господа, особенно палица и сударшана чакра. Кто искренне повторяет, слушает и вспоминает святое имя Господа, кто возносит Господу молитвы и склоняется перед Ним, тот непременно достигнет совершенства. А кто не помышляет о преданном служении, пусть даже он учен и мудр, может легко оказаться в аду. Передав речи Ямараджи, прославляющей Господа и его преданных, Шукадева Госвами продолжал говорить о том, как благотворно повторение святого имени, а также о том, сколь бессмысленно пытаться искупить грехи ведическими ритуалами и праведными поступками. Текст первый. Шри Раджавача Нишамья Девак Свабхато Паварнитам Пратьяха Ким Тан Апитхарма Раджа Эвам Хатат Дьо Вихатан Мурарер Найдеши Кайр Аясья Ваше Джано Ям. Шри Раджавача. Царь сказал, Нишамья, выслушав, Девах, Господь Ямараджа, Свабхата, своих слуг, Упаварнитам, рассказ, Пратьяха, ответил, Ким, что, Тан, им, Апи, также, Дхармараджах, Ямараджа, повелитель смерти, определяющий, что есть грех, а что благочестие. Эвам, так, хата аджна, чей приказ не был выполнен, вихатан, поверженных, мурарех найдешикаих, слугами мурари Кришны,
яся, которого ваше под властью, джанахаям, все человечество. Перевод. Царь Парикшит сказал: мой господин, все в этом мире подвластны Ямараджи. Он судит всех существ сообразно их грехам или праведности. Но на этот раз его приговор был оспорен. Что же сказал он своим слугам, когда узнал, что они потерпели поражение от вишнудутов и не смогли пленить Аджамилу? Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Чакраварти Такур в этой связи замечает, что хотя доводы ямадутов вполне соответствовали ведам, в споре победили вишнудуты. Это подтвердит сам Ямараджа. Я вот сейчас пока читал, вспомнил. Все вот эти, знаете, известные есть боевики разные про полицию, про разведку, как там между ними споры идут. Вот полиция и ФСБ или КГБ. И столько вот этих примеров существует, что там раз, там какое-то преступление кто-то совершает, и приезжает полиция, они арестовывают этого человека. И вдруг появляются такие вежливые люди, они в прямом смысле вежливые, потому что они не просто они вежливые, потому что их так научили, или у них природа такая, вежливые. А они вежливые, потому что за ними огромная стоит сила. И они под влиянием этой силы, этой огромной власти, они ведут себя очень так спокойно, вежливо. Но когда они произносят какие-то слова, то у всех остальных пропадает желание им противодействовать. Так же произошло и с ямадутами. Они пытались арестовать Аджамилу, но пришли вежливые люди, четверо вишнудутов, и очень вежливо и спокойно им сказали: это наш человек. И им даже не нужно было корочки предъявлять. Знаете, когда подходят ФСБшники, и я ни разу в жизни не встречался ни с одним ФСБшником таким нормальным. Ну, я не знаю, как они выглядят. Только по фильмам, что они все такие одинаковые такие, без опознавательных знаков, без родинок каких-то. У них носы прямые, не сломанные, нету татуировок нигде. То есть у них нет опознавательных знаков, они все в одинаковых таких строгих костюмах, в галстуках, одинакового роста, у них одинаковые прически у всех, знаете, такие. Вот. И он подходит, так достает, все показал, эти корочки свои, и это наш человек. Мы его забираем, раз и забирают, и никто не может им противодействовать. Сколько бы там ни было вот этих, знаете, таких циклопов, знаете, то есть вот этих ОМОНовцев, которые, ну, такие, знаете, все в бронежилетах, у них тут такие, как это называются, раздатки, как называются вот эти вот, ну, карманы, и в них вот эти рожки с патронами от Калашникова, тут гранаты висят, тут, значит, наручники, дубинки, автомат, пистолет, тут электрошокер еще, то есть я не знаю, что у них там, все такие черные ботинки на головах, шлемы, и тут, значит, маски такие, такие очень серьезные люди. Вот, и, а тут какие-то товарищи в пиджачках подходят, раз-раз показали, и все раз отошли в стороны. То есть все их оружие становится бесполезным в присутствии этих вежливых людей. Вот. И вот и вишнудуты такие вежливые люди, но им не нужно предъявлять никакие документы, корочки. Потому что сам их внешний вид уже говорит о том, что с ними лучше не связываться.
Причем они добрые, такие, сияют, от них исходит такая добродетель. Но каждый может понять, не надо с ними связываться. И вот Махарадж Парикшит об этом как раз и говорит, что же это за такие существа, которые просто легко взяли, отменили приказ Ямараджи, повелителя этого мира. Ямараджи является повелителем мира в действительности, потому что повелителями является судебная система. Это повелители реальные, потому что они наказывают. И любой человек в государстве может стать клиентом этой системы. Любой человек, даже президент. Поэтому президенты, знаете, они создают такие законы, что нас нельзя трогать даже после того, как мы будем разжалованы, уйдем с поста, у нас неприкосновенность должна быть. То есть они вот такие законы делают. То есть даже им приходится через Государственную Думу проводить эти законы. А не так, что вот я президент, я вот в отставке, и вы меня не трогаете. Нет. Только если закон будет соответствующий издан. Настолько сильны представители судебной системы. Вот эти все судьи, прокуроры, там, следователи, по-моему, они все относятся именно к этой системе. Начиная со следователей, по-моему. Ямасья девасьяна аданда бханга куташчанарше шрута пурва асит этанмуне врищати локасам шаям нахитват анья и теме винишчитам. О великий мудрец, противиться воле Ямараджи – дело неслыханное. Мне кажется, что люди могут не поверить этому рассказу. Я убежден, что никто, кроме тебя, не способен рассеять их сомнения, поэтому прошу тебя, объясни, как такое могло случиться. Шри Шука Увача, Бхагават Пурушай Раджан, Ямаех Пратихато Дьяма, Патин Вигьяпаям Асур Ямам Сам Ямани Патим. Шри Шукадева Госвами отвечал: «О царь, получив отпор от посланцев Господа Вишну, слуги Ямараджи, карающего грешников, вернулись к своему господину в Самьямани Пури, чтобы рассказать о том, что произошло». Ямадута Учу. Кати Сантиха Шастаро Дживалокасья Вай Прабхотрай Витхьям Курватах Карма Пхалабхи Вьякти Хетавах. Ямадута спросили: «О владыка, сколько еще повелителей в этом мире? И сколько можно насчитать причин тому, что действия, совершенные в трех гунах природы, сатва, раджа и тамагуни, приносят разные плоды?» Комментарий Шрилы Прабхупады. Как указывает Шри Вишванатха Чакраварти Такур, посланцы Ямараджи были столь раздосадованы, что чуть ли не гневаясь на своего господина, потребовали ответить им: правда ли, что миром правит только он, или же есть еще другие властители? Поскольку Ямадуты не получили от Ямараджи поддержки и потерпели поражение, они уже готовы были отказаться служить своему господину. Зачем служить бессильному господину, чьи приказы могут быть оспорены? Итак, здесь мы видим отличие Ямадутов от Вишнудутов. Ямадуты, это известно, достоверно, они находятся на контракте. То есть они контрактники, они получают деньги за свою работу. И именно вот это денежное довольствие, пособие, да, или как сказать, вот эта зарплата, она определяет их преданность. Поэтому контрактники или наемники, они неуважаемы со стороны, ну, как сказать, обычных людей. Потому что, ну, контрактник – это означает наемник. Это означает, что он легко перейдет на сторону, на противоположную сторону, к другому, к тому, кто ему заплатит больше. И именно поэтому ямадуты, как контрактники, они
поставили фактически определенные условия перед Ямараджей, что, похоже, есть кто-то сильнее тебя, почему бы нам не пойти к нему? То есть ты нам платишь хорошие деньги, но мы видим, что и мы же устроились к тебе на работу, потому что думали, что ты самый сильный. Ямадута – это такая определенная форма жизни. Они всегда хотят служить самому сильному, потому что их привычки очень-очень низкие, низкого сорта. То есть это живые существа, которые любят издеваться над другими, которые готовы придумывать все новые и новые формы издевательств. Это такие, знаете, палачи. Палач – это не тот, кто убивает, а тот, кто пытает в первую очередь. Вот это палач. И ему нравится пытать. И он получает от этого глубокое чувство удовлетворения. Я даже читал где-то, что люди с искаженной психикой идут в палачи или вот в эти в дознаватели, потому что они другим способом не могут получить сексуальное удовлетворение. То есть они его получают, когда видят, как на их глазах истязают других. Такие вот садисты, да? И вот ямадуты, они такого плана. То есть они, чтобы удовлетворить свои вот эти самые низменные желания, издеваться, насиловать, сдирать кожу, знаете, то есть вот, представляете, да, и смотреть, и им это нравится. Поэтому они идут к тем, такие люди, кто заплатит им хорошие деньги, и они получат от этого удовольствие. То есть к самому сильному. Только самый сильный может покрыть их вот этим, это нельзя назвать преступлениями, они действуют по приказу, да, но в другом месте такие люди не смогут найти возможность для выхода вот этих своих, для исполнения своих вот этих низких желаний издеваться над другими. И они ведь не просто издеваются, физически сдирая кожу, они даже больше наслаждаются, предъявляя, то есть они сдирают с человека кожу, и при этом они еще и говорят ему разные, напоминают ему о его преступлениях. И так вы знаете, а помнишь, ты сделал вот это, и вот теперь получай. За это кусок кожи с тебя сдерем 10 на 10 сантиметров. Вы представляете, это насколько сильное наслаждение, то есть перед вами человек, который полностью беспомощен, и у вас в руках линеечка и карандашик, и вы отмеряете у него на теле 10 на 10 сантиметров, аккуратно надрезаете, отрываете это. Это же такое счастье для кого-то. Вот именно вот эта вот безграничная власть, причем власть, авторизованная сверху, власть самого сильного, и еще за это хорошие деньги платят. И вот тут такая ситуация. То есть они пришли к Ямараджу и фактически сказали: похоже, мы не чувствуем себя защищенными, потому что, похоже, за какой-то кусок кожи мы получим деньги, а за какой-то кусок кожи содранный нас накажут. Мы-то думали, что ты самый сильный, а оно оказалось не так. Рассей наши сомнения, или мы пойдем к тому, кто не будет, а кто защитит нас за все содранные куски кожи. Вот так вот. Фактически они такой ультиматум поставили. И власть, она имеет именно такую природу. Я недавно наткнулся на такую книгу, называется «Лестница в небо».
Очень хорошая книга. Она описывает хитросплетение власти. Если кто-то из вас хочет попасть в эти кабинеты властные, то вам стоит изучить эту книгу. Потому что там так все как раз расписано, как продвигаются по этой иерархической лестнице, какие основополагающие факторы должны быть для того, чтобы достичь самого высокого поста в государстве, или в городе, или в каком-то сообществе. Что такое именно власть? С большой буквы, власть с маленькой буквы. И там говорится и провозглашается, что во все времена у всех народов, у всех культур и идеологий, независимо от культуры, идеологии, национальности, религии, схема власти одна и та же. Продвижение по ступеням власти происходит не за счет профессиональных качеств, а за счет личной преданности. Только так и никак иначе. И там даже они приводят такие два термина: сюзерен и вассал, то есть это вот феодальные термины. То есть кто такой сюзерен? Это покровитель, над которым есть еще покровитель. И так до бесконечности. И вот каким образом происходит продвижение во власти? Только на основании личной преданности. Никакие профессиональные качества, никакие навыки, никакие уровень, никакое образование не поможет никому продвигаться по профессиональной лестнице во власти. На обычном предприятии, да, заплатили зарплату, и чем лучше ты точишь болты, тем больше ты будешь получать. Это возможно. Чем лучше ты продаешь где-нибудь или метешь улицу, тем больше тебя будут ценить и уважать. Преданности здесь нет. Но во власти только один фактор есть – это личная преданность. Поэтому очень часто бывает, во власть попадают люди, которые не обладают какими-то профессиональными навыками, и мы видим, что так происходит. Но тем не менее они долгие годы держатся во власти при условии несменяемости их хозяина. Как только хозяин меняется, все это исчезает сразу же. Новая метла метет по-новому. Вот. И этим отличаются Вишнудут от Ямадутов. Потому что Кришна в Бхагавадгите говорит: я Верховная Личность, я Бхагаван, я передаю это знание по цепи ученической преемственности, так постигают ее праведные цари это знание. И дальше Гуру Тайки Чай, может убрать это, им меня не видно. Даршан – это не когда мы смотрим на Божество, а когда они смотрят на нас и отслеживают, правильно ли мы все делаем. Итак, преданность – именно самое главное качество в духовном мире. Поэтому и провозглашается, что Савай Пумса, Парад Хармо, Ято Бхактира Тхокшадже, Хайтукия, Пратихата, Яятма Супрасидати. Самым главным занятием для всех живых существ является любовное преданное служение Кришне. И для того, чтобы эта деятельность принесла абсолютное, полное удовлетворение каждому, кто ей занимается, такая деятельность должна быть бескорыстной. И тогда она становится непрерывной. Преданные не получают зарплату за свою деятельность, в отличие от ямадутов. А вишнудуты не получают зарплату. Ямадуты получают, вишнудуты нет. И если мы присоединились к движению Санкиртаны, мы должны понимать, что то счастье, которое мы получаем –
мы будем получать не в результате почести и похвалы со стороны старших или, не дай Бог, младших, а мы получаем счастье, которое зависит просто от нашей бескорыстной деятельности. И когда мы приходим сюда, то наша цель должна быть найти такое дело, которое мы будем делать здесь вечно. То есть будем вечно делать одно дело, потому что то, что мы здесь делаем, называется практика. Мы практиканты, и мы практикуем вечную деятельность в духовном мире сейчас. Итак, мы практикуем, мы просто ищем здесь определенные дела по душе, по нашей природе, но лучше не по природе, а по приказу. То есть, когда наша природа совпадает с приказом, которая приходит в системе Гуру Парампары, это идеально. Когда приказ приходит на выполнение деятельности не по природе, это супер идеально, потому что в этом случае есть возможность предаться. Так как предание трудно осуществлять, то есть предаться кому-то трудно, если вы просто действуете по вашей собственной природе. Предание означает выйти из зоны комфорта. Например, кто-то любит проповедовать, и для него выйти и проповедовать не является преданием. Это деятельность в зоне комфорта. Но если встает вопрос о том, чтобы управлять чем-то, но это не его природа, то это большая аскеза для такого человека. А для кого-то управлять другими, заниматься менеджментом, является природным занятием, и он находится там в зоне комфорта. И для такого человека трудно выйти и проповедовать, потому что, ну, он не проповедник, если по природе. И вот если ему приказывают, иди и проповедуй, то это означает для него уровень предания. Поэтому, когда мы приходим в движение сознания Кришны, мы можем ожидать, что нас займут по природе. Но если это начинает провозглашаться, то это граничит с преступлением. Почему? Потому что мы вечно живые существа, и наша природа – это служить Кришне. Вот она, наша изначальная природа. Слуга означает, он готов выполнять любое минимальное служение, которое его попросят. Минимальное. Не максимальное, а минимальное. То есть, пойдем там картошку почистим. Так я ж певец. Но надо чистить картошку. Пойдем чистить. А как же так? Я же хочу петь. Сначала картошка, потом петь. То есть, если мы добровольно соглашаемся служить в рамках определенной системы, то надо быть готовым, что нас будут занимать не тем, чем нам нравится, а тем, что необходимо делать здесь и сейчас. Необходимо мыть пол, моем пол. Необходимо идти пуджарить, идем и пуджарим. Необходимо идти распространять сознание Кришны, идем и распространяем сознание Кришны. Необходимо управлять, идем и управляем. Даже если нам не хочется это делать. Это и есть предание. И вот это все сейчас засилие вот этих психологов разных, которые уже за последние лет 20 внушили и продолжают внушать вновь приходящим преданным, что преданное служение добровольно,
А это означает, что если вас занимают не по природе, вы имеете право этого не делать. Это философия, разрушающая движение санкиртаны. Потому что в этом случае мы не будем делать главного, это проповедовать. Но Бог с ней, с картошкой. Кто голодный, тот почистит. Самый голодный почистит. Но вот с проповедью сложнее всего, потому что мы видим, что проповедников мало, и среди лидеров, особенно на местах, если мы возьмем лидеров GBC, да, вот этого уровня региональных секретарей, то есть лидеров российского ИСККОНа, мы видим, что там, да, проповедники в основном. Но когда мы смотрим на лидеров на местах, то мы можем увидеть, что не всегда это проповедники. Не всегда они отвечают вот этим качеством энергичного распространителя сознания Кришны. И в этом самая большая сложность движения санкиртаны. Потому что очень часто человек становится лидером, ну, потому что просто некому. Потому что все разошлись, и он один, и нужно поддерживать температуру хранения трупа. То есть, ну, представьте ситуацию, что вы хороший завхоз, управленец, или просто хороший человек. И вам достался склад, полный холодильников, и в них хорошая продукция. Но она в холодильниках только потому, что без холодильников она быстро испортится. И в холодильниках поддерживается температура 2+2+4 градуса. Если вы пойдете в морг, то вы увидите там то же самое. Там такие секции, отделения. И там лежат вот эти потеряшки есть, такие, знаете, то есть никто никогда, может быть, и не узнает, что это за человек. Никто не заявлял, никто его не опознал, но просто так его не могут. То есть, очевидно, не бомж, очевидно, хороший. То есть, внешне хороший, особенно если это молодой человек или ребенок. Но никто за ним не приходит, и что делать? Такого человека... Такого, это не человек уже, это тело, труп. Его хранят при температуре +2, +4 в холодильниках. Вот наши холодильники, которые в квартирах, это фактически такие же, как в морге холодильники. Вот, и представьте, человеку, может быть, досталось помещение с такой кучей таких холодильников, внутри лежит товар, готовый к употреблению, хороший товар, который нужно продать. Но человек не является продавцом. И что делать? Но по стечению обстоятельств он должен управлять теперь этим складом готовой продукции. И что он будет делать? Он будет действовать в соответствии со своей природой. И если его природа – это просто ходить, проверять работоспособность холодильников, наличие внутри соответствующей температуры, если там температура теплеет, как вот сейчас лето, и холодильники теплые становятся внутри, то есть у них не справляется, и нужно прибавлять внутри, на одно деление, например. Вот если, и человек может ходить, проверять, воткнуты ли вилки в розетке, хорошая ли внутри температура, соответствует ли она +2, +4. И если такой человек видит, что продукция начинает портиться, там, гнить сверху, он ее, как капусту, знаете, снимает с нее листья, и он занимается этим очень энтузиастично, с любовью и преданностью. Он продолжает этим заниматься, но ему не приходит в голову мысль устроить распродажу этого товара. Просто потому, что это не его природа. Он не виноват.
Он не может распродавать, и что будет происходить до тех пор, пока холодильники работают, пока электричество есть, пока продукция внутри не вышла из срока годности, он будет о ней заботиться. Но стоит случиться малейшему происшествию, электричество выключили, например, на 1-2 дня выключили электричество, он уже не знает, что делать. И все, что ему останется делать, это просто выкидывать эту продукцию, потому что она начинает пахнуть до тех пор, пока она вся не выкинется. Вот. И поэтому лидер – это тот человек, который не просто хорошо поддерживает, а который может выйти из зоны комфорта, распространять сознание Кришны, даже если это не является его природой, потому что Чайтанья Махапрабху приказал каждому стать лидером и идти. Гуру означает лидер, и идти распространять сознание Кришны повсеместно. Это приказ. И это означает, что если человек действительно преданный, но он не проповедник, но он по каким-то причинам лидер, он будет испытывать чувство дискомфорта от того, что его природа не позволяет ему выйти и проповедовать. И вот это чувство дискомфорта приведет его в конце концов к тому, что он просто, как барон Мюнхгаузен, вытащит себя за шкирку, за шикху, да, вот за эту, за парик из этого болота поддерживающей системы, да, вот этой холодильной, плюс 2, плюс 4. И он вытащит себя на улицу и заставит себя проповедовать. Просто потому, что это приказал Чайтанья Махапрабху. Такова обязанность лидера. Поэтому в законах ИСККОН, например, лидерам предписано, там есть четкое предписание, регулярно участвовать в распространении книг Шрилы Прабхупады и регулярно участвовать в публичной харинама санкиртане. Это обязанность лидеров, даже если они не хотят, даже если это не по их природе, даже если они чувствуют, что это, как это сказать, недобровольно, это предписано лидеру. Ну, ты можешь этого не делать, но не будь тогда лидером, не провозглашая себя лидером. И есть другая категория лидеров. Эти лидеры скрытые. Они скрыты как лидеры, но они открыты как проповедники. И вот у проповедников есть другая беда. Им нравится проповедовать, они хотят проповедовать. Но они не хотят принимать ответственность за движение санкиртаны. То есть не хотят принимать лидерские полномочия, управлять храмами или общинами и так далее, и так далее. Не хотят. Потому что это некомфортно. Им комфортно просто сидеть у себя на складике с книжечками и каждый день выходить, брать с собой 10, 20, 50 книжечек. Распространил, зашел, все, день прошел не зря, чик, закрыл денек. А на следующий день то же самое. Это зона их комфорта. И кто-то может сказать, ну что ж там комфортного? Но для них это зона комфорта, поверьте. Знаете, как классно на улице петь перед людьми Хари Кришна? Кто-то может сказать, да ужас, хуже ничего не придумаешь. Но меня прет. Это зона комфорта, потому что просто зона комфорта, поймите. И вот для такого человека, для которого зона комфорта – это выпендриваться перед окружающими, скажем так, он легко вступает во взаимоотношения, ему нравится, он поет, он летит, он, как это сказать, он популярен. Для него может быть очень трудно принять ответственность за других людей. Очень трудно заставить себя
взять ответственность за организацию. Вот. И для него принять ответственность за организацию, это означает выйти из зоны его проповеднического комфорта. Как я спросил однажды у Читанчандры Чарана Прабху. То есть он уже много лет он проповедовал, там все, потом он был региональным секретарем, потом перестал быть региональным секретарем, и много лет он был просто ну, таким странствующим проповедником, лектором, который семинары читал. И вот это вот, вы же знаете, ему это нравится делать. Хотя он, конечно, и рассказывает такую древнюю такую легенду о себе. Ну, можно сказать, как легенда, что когда-то я был очень застенчивым, и мне трудно было у доски даже ответить какой-то урок. Вот. Но мы видим, что очень легко проповедует, и ему это нравится. Но вот он стал GBC. Это произошло, по-моему, в 16 или 17 году. И как я вот как сейчас помню, это было на Калиновке, на выходе из храма. Мы вышли с ним из храма вместе, чтобы идти на программу. Я у него спросил, Читанчандра, а как вас угораздило-то в GBC попасть? Ведь это ведь совсем, совсем не по вам дело. Он такой, а кто меня спрашивал-то? Это приказ. Просто мне сказали, ты должен быть GBC, и все. И я стал GBC, потому что преданный – это не тот, кто действует в охотку, а тот, кто действует по приказу. И в третьей песне, в третьем главе Бхагавадгиты, в одном из комментариев, я сейчас точно не помню в каком, там первый же абзац, сознание Кришны – это все равно, что быть в армии и действовать по приказу, выполнять приказы. Вот он так и сказал, кто же меня спрашивал. Мне приказали, я GBC. Все. И, ну, я точно знаю, просто я его много лет знаю, это не его дело быть лидером, быть вот таким вот менеджером, таким по приказу, приказывать кому-то. А GBC он должен приказывать, он должен требовать выполнения распоряжений и так далее, и так далее. Рекомендовать что-то, продвигать эти рекомендации, следить за. То есть это совершенно ну, не его вот, вообще природа. Но он это делает, потому что партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Все так же у нас. Вот и это большая удача, если преданные санкиртаны, если проповедники, а это и есть преданные санкиртаны, примут на себя ответственность за управление исконом. Так сказать, возьмут это управление из, на местах, имеется в виду, в городах, из ослабевших рук тех, кто поддерживает температуру в холодильниках. И вот именно тогда ИСККОН по-настоящему будет развиваться и расширяться. Именно в этом случае. Потому что для такого человека проще выйти из зоны комфорта, так как он общается с людьми на улицах. И хотя для него это является вкусным проповедовать, общаться с людьми, распространять, продавать что-то, но эта деятельность связана с преданием очень серьезного уровня, потому что эти люди не церемонятся. Люди, которым ты продаешь, которым ты проповедуешь, они не церемонятся с тобой, они не соблюдают вайшнавский этикет. Понимаете, да? Они могут послать тебя, могут даже ударить, могут вырвать у тебя книги и взорвать их, выкинуть, а тебя в полицию сдать. Вызвать могут полицию, все что угодно. Вот. И поэтому те, кто распространяет сознание Кришны, им в этом плане проще выходить из зоны комфорта, чем тем, кто привык сидеть в закрытых кабинетах.
проще, так как они встречаются с опасностью лицом к лицу. На Санкиртане они встречаются с опасностью, и они как бы больше относятся даже к силовым таким структурам, потому что так же, как силовые структуры, вот эти полицейские, военные, армия, они выходят и встречаются лицом к лицу с опасностью, в них могут выстрелить, их могут даже убить или побить. Но они привыкли смотреть опасности в лицо. Поэтому таким людям принять на себя бремя ответственности за организацию проще, чем тем, кто принял ответственность за организацию, но не могут выйти на улицу, Они могут быть не очень смелыми людьми, такие вот люди. А поэтому было бы так прекрасно, если бы уличные проповедники переполнились вот этой решимостью выйти из зоны своего уличного комфорта и принять ответственность за организацию, то есть прийти и сказать: «Дайте мне храм, дайте мне общину, дайте мне намахату», то есть дайте мне управление, я буду этим заниматься. Вот. В этом случае ИСККОН будет надежно защищен на 10 тысяч лет. В противном случае есть очень большая вероятность, что движение Санкиртаны будет снижать обороты и превращаться в религию, полную интриг, политики, дипломатии и всего остального, что с этим связано. Харе Кришна. Я немножко пошел в лирику, так сказать. Но сегодня явление Нарисимхадева, сегодня можно, потому что сегодня День Победы или День Красной Армии Военно-Морского Флота, то есть День Защитника Отечества. У нас много разных праздников, да? Новый год, 8 марта и так далее, но главным праздником в стране, главный праздник какой в стране у нас? В России. А? Главный праздник у россиян какой? День Победы. День Победы. Почему? Потому что если бы наши предки, если бы мой дед не отдал свою жизнь под Кенигсбергом 18 февраля 1945 года, то, может быть, и нас бы не было никого. Нас бы всех утилизировали уже в газовых камерах, точнее наших отцов, матерей, их дедов, их бабушек, утилизировали бы, и мы бы тут не сидели с вами. Поэтому для каждого нормального россиянина День Победы – это главный праздник. А для каждого участника движения Санкиртаны главный праздник – это явление Нарисимхадева. Потому что без его защиты мы не сможем распространять движение Санкиртаны. Мы идем по улице и поем Харинаму только потому, что он произвел подготовительные работы. Я об этом говорил позавчера, но еще раз могу сказать. Он производит подготовительные работы, он усмиряет этих демонов, негодяев, которые, навстречу которым мы идем, и они бы и рады сказать что-то плохое, они бы и рады нас закрыть и запретить, но с ними проведена предварительная работа. Как это происходит, как Нарисимхадев это делает? Как Нарисимха Чайтанья это делает, мы не знаем. Нам достоверно известен только один факт. Это как Чайтанья Махапрабху провел подготовительную работу перед акцией гражданского неповиновения, то есть перед несанкционированной демонстрацией, другими словами, незаявленной, когда 10 тысяч человек с факелами в протест против произвола со стороны мусульманских властей подошли к дому правителя Навадвипы, окружили его, стали ломать забор, уничтожать посевы и деревья разные, и создали большие проблемы для мусульманского правительства.
То есть, что перед этим произошло. И это достоверный факт, когда Чайтанья Махапрабху спросил у Чандакази: «Дядя, я чего-то не пойму, или ты царь, или нет? Почему мы здесь устроили такую бузу, не просто бузу, а фактически действие на грани переворота? 10 тысяч человек приходят к дому правителя и начинают разносить все, а он сидит и молчит тряпочку. Это нечто невообразимое, особенно для мусульман, которые, ну, известно, что они достаточно были жестокие в те времена. Почему, дядя, я не могу понять, как ты мог допустить несанкционированный митинг? Как? Ведь это угроза национальной безопасности. Это угроза строю вашему. И ты это допустил. И на это Чандакази ему сказал: племянник, я скажу тебе об этом, но только наедине, потому что мне стыдно. И племянник ему говорит: дядя, говори при всех, потому что как только ты скажешь мне это наедине, я тут же это опубликую в средствах массовой информации. Поэтому лучше сразу скажи, чтобы мне сэкономить усилия и бумагу. То есть, ну, в газетах, чтобы не печатать. Скажи здесь и сейчас. И тогда Чандакази ему сказал: после того, как я разбил мридангу в доме Шривас Такура и запретил Харинама Санкиртану, я послал своих помощников сделать то же самое в других домах Навадвипы. А это был приблизительно каждый второй дом. То есть, фактически, вот те, кто вышли на улицы, 10 тысяч человек, из них каждый десятый, скорее всего, был лидером, который пришел со своей намахатой, со своей группой киртана, и получилась вот эта толпа. То есть, порядка 100 домов нужно было... В 100 домах нужно было прекратить Харинама Санкиртану. Поэтому порядка 100 человек он послал, своих помощников, вот этих бородатых, рыжебородых, лысоголовых мусульман, остановить. И он говорит: я их послал туда, а сам покушал плова и прилег на левый бок, чтобы отдохнуть после сытного обеда. И в этот момент дверь открылась, и в комнату, в мою спальню, в мои опочивальни вошло необычное, страшное, живое существо. Его тело было человеческим, но вместо ногтей были когти, а вместо головы была огромная голова льва. И не было никакой шеи. Говорит, шеи не было. То есть голова сидела прямо на плечах. Это Нарисимхадев, у него практически нет шеи. То есть у него прямо вот так вот плечи мощные. Такая широкая талия, широкие плечи. Мощные руки, мощные ноги. Вот такой торс мощный и нет шеи. То есть голова вот прямо вот так вот. Это что-то, нечто такое ужасающее. И вот это живое существо прыгнуло ко мне на кровать и коленями село мне на грудь, прямо сдавило мне коленями грудь. Я стал задыхаться. И страшным голосом это существо проговорило: негодяй, ты попытался остановить мое движение санкиртаны. Ты побеспокоил моих людей, которые по моему приказу это делают. Только дернись и только попробуй сделать это еще раз. Я убью тебя, уничтожу всю твою семью и всех мясоедов в округе, всех твоих помощников.
такими словами, другими словами. Понял! Понял. Он даже не, он говорит, я не смог ничего сказать, потому что от ужаса и от того, что мне вот на грудь надавили, просто такой. А это, чтобы помнил, произнесло это живое существо и провело своими когтями по моей волосатой мусульманской груди. И он открыл вот этот свой халат, стеганый, знаете, у них такие стеганые халаты, чапан называется, и все увидели багровые следы, такие вот, 10 таких следов от когтей. И поэтому, говорит Чандкази, дорогой племянник, я принимаю твое уведомление к рассмотрению. А какое уведомление подал Чайтанья Махапрабху? Он подал уведомление на проведение, на беспрепятственное проведение Харинама Санкиртаны на протяжении ближайших 10 тысяч лет. Например, я подаю уведомление, когда в нашу администрацию, то я сразу подаю уведомление до 31 декабря, то есть на 200 харинам, представляете? А Чайтанья Махапрабху подал уведомление, то есть мы идем по стопам Чайтанья Махапрабху, он подал уведомление сразу на 10 тысяч лет. И фактически, именно благодаря вот этому событию, оно очень важное для нас. Благодаря вот этому божественному вмешательству Чайтанья Махапрабху в образе Нрисимха Чайтаньи, благодаря его подготовительной работе, нам не нужно подавать уведомления на проведение Харинама Санкиртаны ближайшие 10 тысяч лет. Нам не нужно их подавать, нам нужно просто показать власти, которая сейчас находится здесь, что движение Санкиртаны очень благоприятно для этой власти, очень благоприятно для жителей страны. Вот чем нужно заниматься. Нужно просто показать, что это так. А как это сделать? А это можно сделать, если мы сами правильно поймем, что такое движение Санкиртаны, досконально поймем и посвятим свою жизнь его распространению. Харе Кришна. Может быть, какой-то вопросик есть. Только короткий. Температура плюс 2, плюс 4, пещера, июнь. Они прям приходят, они прям монтируют. Это сохраняет тело. Да, сохраняет. Поэтому нам не нужно быть йогами. Нам нужно быть горячими санкиртанщиками. Не пытаться сохранить наше тело. Говорится, что нужно пытаться избежать смерти неминуемой, настолько, насколько это возможно. Но в действительности нужно посвятить свою жизнь движению Санкиртаны. По нашим возможностям, насколько это для нас самих возможно. Давайте закончим на этом. Гарантарац, Шримад Бхагаватам, Киджай, Сурупада Киджай, Шринрисинха Бхагаван Киджай, Бхактараш Пралад Махарадж Киджай, Шринрисинха Чатурдаши Маха Махотсава Киджай, Шишинтай Гура Хари Киджай, Сурупада Киджай, Гур Премнанде Харибо. Джай.